Друзья, всем привет! Канал Карим Управиль, канал обо всем. Сегодня мы показываем елочные игрушки из стекла, сделанные в советское время. Вот сейчас у меня в руках маленькая елочная игрушка, относится она к миниатюрным, к небольшим. Для небольших елок у нас выпускали разные наборы и поштучно выпускали игрушки, чтобы люди, которые не могут поставить большую елку, могли нарядить и украсить маленькие елки. В советское время их производилось очень много, разных размеров, значит, от миниатюрных, да, скажем так, полноразмерных больших елок. Ну, вот немножко имеется здесь утрата краски. Вот. Но это не страшно. Все-таки сколько лет игрушки. Вот даже на руках у меня сейчас остается краска. Вот. Спасибо, друзья, что были на моем канале. Канал Каримов Равиль. Канал обо всем. Рекомендую я подписаться на мой канал, чтобы знать новости моего канала. Смотреть фильмы. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, давайте поможем друг другу, друзья. Вы получите удовольствие. Я же монетизирую это видео. Спасибо, друзья, еще раз, что были на моем канале. Канал Карима Правиль, канал обо всем. Вот такая у нас стеклянная игрушка. Небольшая, малая. Спасибо, друзья.